Дом Касапуэбла, Касапуэбло в Пунте дель Эсте, Уругвай. Касапуэбла, Касапуэбло, уругвайский отель, музей и усадьба. Построен в 1960 году, в свое время неуемный путешественник Карлос Вилара сильно увлекся афро-уругвайской культурой, принесенной чернокожими переселенцами в Южную Америку, и эта страсть осталась с ним на долгие годы. Когда ему удалось купить небольшой клочок земли на побережье в 1958 году, он за несколько лет сумел возвести на нем своеобразный дом-скульптуру, в котором объединил средиземноморские и итальянские мотивы с элементами африканского и креольского народного творчества. Фактически он вылепил свое жилище почти голыми руками из бетона. Со временем усадьба разрослась, появились новые корпуса. Постепенно дом занял весь склон. Периодически художник добавлял комнаты для тех или иных гостей, и Касапуэбла расширялась вплоть до 1968 года. Позже он открыл здесь отель. Дом напоминает вылепленные из глины и грязи гнезда птицы-печника, привычные для Уругвая. Трудно поверить, что стены Касапуэбла выполнены не из податливой глины, а из бетона, побеленного сверху. Так автор пытался вырваться из классических рамок и максимально приблизить свое творение к природе.